Мир продолжает получать новых специалистов в лице выпускников Казанского федерального университета. На этот раз, вооружившись своими первыми дипломами, в свободное плавание и в новую жизнь отправились выпускники Мехмата. Директор института не скрывает, что доучиться до конца – это еще одна монетка в копилку личных достижений каждого. Есть такая песня, называется «Осень». Так вот, есть такое, там, такая фраза, что «доползти бы до рассвета», так вот, «доползти бы до окончания Мехмата». То есть они 4 года изучали самую трудную науку в мире, самую трудную, поверьте. И то, что они доползли до конца, до диплома, это говорит об очень многом. Это значит, эти люди, во-первых, могут учиться, а во-вторых, у них есть мозги. А эти два качества, они необходимы для как раз той самой успешности, которую сейчас так ценят. Сами же выпускники и не скрывают, что получение диплома – это знаменательное событие в их жизни. Ведь знания, которые были приобретены за годы обучения, для многих решит их профессиональный рост. Большинство, еще будучи студентами, начали пробовать себя в профессии. Но, тем не менее, каждого переполняет приятное волнение. Ну, я чувствую радость и облегчение, конечно же, то, что прошли такой путь, это было сложно. Вот. Как-то на первом курсе не представляла, что будет все так, но теперь ура, мы бакалавры. Было очень тяжело, и мы рады, что преодолели эту ступень своей жизни. Мы давно уже занимаемся и параллельно и бизнесом, и работаем, и состоим в общественных организациях, и не так давно, год назад уже, и баллотировались также в депутаты. То есть все можно, все успеваешь. Если это самое главное, чтобы было желание. Буквально недавно юные специалисты только подавали документы и с особым вниманием выбирали свою будущую профессию, сдавали свою первую сессию. А теперь они выпускники КФУ. Чтобы как следует попрощаться со студенчеством, дело осталось за малым. К математикам и механикам Казанского федерального приближается долгожданный выпускной вечер. Аделя Мухаммедшина, Ленар Тавлетьяров, Универньюз.